С вами Капика, это финал лузеров. Играется по 5, первая игра. Ярл Иван против Алексея. Они начинают с вейдов. Смотрим мы по реплею, потому что апсов он давать не захотел. А вот Леха выбрал интересный вариант. Он... Ну, то, что он играет через два юнита, он шифрует медведя таким образом, я полагаю. Сидит 2-0. Так, Ваня кинул Урсу. Добавляется тут тролль. Может быть, лучше было два снайпера, конечно. Ну ладно. Здесь минеры. Ваня сыграл рискованно. Если бы пришла Урса, был бы пропуск. Что-то типа 10 штучек. Возможно, меньше. Ну, а тут Урса только проходит. Леха себе делает 4-0. Тройку он будет дефать, видимо, так же. Ага. Отменил. Поставил он тролля этого с сеточкой. Кинул лорка за 200. А здесь добавился разор. И изи деф у Вани. И тут какие-то две гули там пришли, по-моему. Тоже изи деф. Леха изобретает, по-моему, какую-то дичь, делает 4-1. А Ярли уже сидит 5-1. А у него еще яйца, нормально, хороший пик. И фантом у него еще. Охренеть. Супер имба, короче, у Вани. Так, а что Леха? Леха 5-1. Апнул он Хускара. Засылов вроде как нет. Да, засылов нет. Ой-ой-ой-ой-ой. У Вани переотвод. Теряет он голду слегка. Ну понятно, я думаю, Леха здесь просто медведя этого на танковку поставил. Плюс если Ваня и подумал, что там медведь, то он их вообще как бы делать не собирается. Может быть, только на седьмой волне. А так он готовится больше здесь к восьмой. Хускары будут танковать, может, зевса апнет еще. Ну, я думаю, он здесь должен не видеть апать. Тут мы поменьше скорость сделаем, чтобы следить за обоими игроками, поскольку засыл идет обоюдный. Ваня кинул побольше. Леха, да, вот он аптул мишку. Отвод у него двойной. И что он сидит? 5-2. Ваня сидит 7-2. У него... полтора фантома и танковка, и два яйца в отводе. Ну, неплохо, но не знаю, как вот это вот себя поведет устройство. Сейчас посмотрим. Хермитов нет. Наверное, ну, ННКом должен стакать. Так, да. Здесь что? Там равномерный такой, равномерное распределение урона по всем юнитам у Лехи. Здесь танковка умерла, и все равно Ваня пропускает 12 штук залитых, а Леха пускает 9.
Ну, здесь есть еще виверна и урса. Что у них по скиллам? Волна у Вани. И что? Волна у Лехи тоже? Да. Ваня качает реген. Очкует по поводу восьмой волны. Сделал себе 7-3. Так, чё, Лёха. Лёха остается 5-2. Апнул он дивса, апнул тролля. Очень надежно против восьмой. Этот агр убрал. Но восьмерку никто решил не кидать. Ну, Леха это дефнет. Ваня тоже, понятно, что деф. Должен он здесь, наверное, себе 7-5 заказывать. Хватит ему, хватит. Ой-ой-ой, а чё это? У него шкинга нет. Ваня кидает на 9. И, типа, у него на 10-й волне кинга нет. Ну тут, конечно, пробьет неплохо. Отвода нет. Ну, агро. И вот эти три юнита здесь так себе смотрятся. Хотя более-менее деф. Я думал, будет больше лик. Всего 8. Нормально. То он отдефает с волной и засылает уже на 10. Ваня решил остаться 7-4 и достроиться помощнее, понимает, что вот он кинга уж прокликал, скорее всего понял, что в него закидывается куча всякого говна. Атаки, отвод, 3 яйца, апнулся войд, апнулся ауткаст, 2 фантома, и минера он потом удалит, я думаю. Здесь коза добавилась, ну и отводы. Ну а ничего не кинул, смотрим за ярлом. Мелочь с боссом он стакнул. Все остальное идет в отвод. Нет, нормально. И босс тоже в мид. Согревается. Двоих он забирает, да? Только надо стакать еще. Да. Хорошо. Или нет? Не получилось, да? Ну почти, да. Вот забрал двух. И он здесь сохраняет. Да. Че у Вань. Ой, у Лехи 7-5. Оба они кинули на арену. Слегка. Че хускар? Хотя зачем? Ну, вроде легкая для Лехи должна быть. То он бы без хускара этого выиграл бы. Но он не знал, так что. Семь сделал. Да. Одиннадцатый. У всех легко. Так, Ваня апнул ХП. Видимо, так запутать хочет противника. И докинул еще на инком ментов. Урсу и Кадоя.
хороший. Так. Лёхе на 7-8 не хватило. Ваня тоже ликанул. 7-8 делает. Так, у Лёхи кинг 8 на 5, у Вани 7 на 10. Еще и дерево есть у Вани. Ну, совсем охереть. Три фантома. Ну, ему фантомов тут, наверное, вообще не надо больше делать, если деревяхи есть. Делает 7-9. Так, у Лёхи есть тайт. Очень неплохо смотрится. Но много их тут делать нельзя. 24-я волна, наверное, опасна. Но опять же, в какую стратегию он будет играть? Он кинул... Вау! Он кинул на 14 фантомов. Ну, наверное, думает, что Ваня заинкомил. И достраиваться там не особо будет, и оказался прав. Ваня делает 7-11. Отвода у него нет. Так что, я думаю, его здесь должно пробивать. Да, очень хорошо пробило. Вот тебе и фантомы. И в итоге Ваня вынужден кинга еще подапать, чтобы хил не отдать. И уже 7-12 я сделал. Так, Леха. Че Леха? 7-8 он сидит. Разница в ламберах 4 апа. Делает он тайдов. Ну, расстановка не, как по мне, ну, мне она не особо по душе. Но это дело каждого, как строить. А, он решил гидру, да? Все-таки, чтобы типа больше танчило и вот этих ускажи, там Зевс под козой херачили. Так, Ваня, чё? Копит. Копит. Два реги у него. Маловато, я думаю. Так, а Лёха... Лёха качает кинга. 7-8, да. И минёрню. У него все в одном пике, значит. Охереть. Супер имба. Ваня кидает мне 17. Ага, Лёха таки рольнул, нашел стима. Вот немало ли он поставил тайдов-то. Ваня ликает. Ну, намеренно. Ну, как бы у него и вала мало, да? И я думаю, 7-12 он не против поликать. Кинул еще кряку. Засул 3000. Еще ну что-то накопит. Апнул минера и дерево. А здесь, ну, 3 гидры, ладно, еще более-менее. Апнулся танчик. И капитан появился. Ауры еще пошли.
демон тупит очень долго. Ну, дефнул он хорошо, опять же, за счет вала. Мы, конечно, не видим, сколько выйдет, но то, что он сидит 7-8, плюс он кидал еще, думаю, у него где-то в районе нормы. Кинг у него апнут, и здесь он не должен хил отдавать никак. И все, сейчас он может себе ламбер делать. 7-9, 7-10. Так, Ваня что? Ваня докинул на 18 в надежде, что регена маловато. А там его, по-моему, пятерка. И что пробьет Леху? Но видим, что все равно деф нормальный. В ноль даже. 7-11 Леха заказывает, а у Вани уже 7-15 доделалось. Он поставил, значит, две деревяхи, рольнул, появились у него бары. Ну, он еще мутантов поставил. Несколько штучек. Так, Леха кидает на 20. Правильно, надо ему инк поднять еще. 7-12 у него. Походу, пятнашку он не будет делать. Ваня еще 19 ликает. Так, тут бар апнулся и... этот дирижабль. Ну хз, зачем дирижабль? Мутант накурился. Вот-вот. Слабый. Ну, одну забирает. Больше вряд ли получилось бы. Фулл кинг уже у Вани. И ему, наверное, надо копить начинать. Он еще на арену решил бросить. Мы видим, что по инку Леха отстает на сотку, грубо говоря, и по валу у них одинаково, все и по ламберу одинаково. Арену, конечно, выигрывает Леха. Ну, 27-я волна уязвима для Лехи, по-моему. Тут еще прикол в том, что у них хилы есть. Шибаться в засыле нельзя. Иначе потом тебя могут жестко покарать. Ваня делает бар. Видимо, на 31 он нацелился. Леха делает танков. Уже 5 бар. Бар, 7 даже. Ой, Лёха кинул 24. Чисто инкома ради.
Ну, тогда получается, что он проигрывает где-то что-то вроде 27-й, 28-й волны. Выбор есть всегда. Ну, пропуск тут неплохой. Ване еще дапывает реген. Не качал он. Хазахил, наверное, вряд ли заберет. Блять, Ваня. Перемещается экран, когда батрак тпшится. Хуй знает, откуда ему столько бар. Но я думаю, Леха кинет 28 еще раз. Ваня 25 не дефает. Получается, они на 28 в размен пойдут. И хилы на месте у обоих. Драконы у Лехи появились, и вертолет у него тут, и хилки, и капитан. Ой. Но это глупо. Ваня, видимо, решил, что все в него тут, если что-то и придет, то совсем мало. И типа вала у него более-менее. Кинг-фу, хил есть, и что он дефнет, да, но у него пика нет. Ну, пик против 28 очень хреновый. Танковки нету. Три мутанта всего. Бары эти, а тут мелочь как раз против бар. Ну и все, ГГ. 10к леса на руках. И это проеб, да, даже с хилом. Ваня даже хилить не стал. Ну вот еще одна катка из разряда, что нельзя копить настолько долго, тем более, что у вас пик неподходящий против такой сильной волны, как 28-я.